после 35 лет все, что касается похудения, это, конечно, очень тяжкая история. Ну, безумно. И реально, вот не пьешь алкоголь, не куришь, занимаешься спортом, сушишься и... Не могу сказать, что нет никакого результата, но такого, который прям вау, хотелось бы, надо всегда ждать. То есть реально чудес не бывает. Пипец, обидно.